Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia 6310 можно изменить обои. Заходим в меню. Заходим в настройки. Заходим в дисплей, обои. По умолчанию выбираем обои, которые нам больше всего нравятся. После чего выбираем, например, центрировать. Выходим, как видите, наши обои изменились. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!